вчера на пять лет так, что стал один флаг. А как ты видишь? Как ты сам, ну, одно место. А у тебя фонарик есть или что-то? Ну вот на занят. Я иду на сайт. Да, то я думал, может тебе дать такой. Заряжается и потом как прожектор Пэрис Хилтон. Правда? Ну. Читаешь? Конечно. С фонариком? Да. Молодец. Книги есть еще хоть? Да, вот книжек у меня. Откуда ты их там? А, снабжаю. Ты снабжаю. Ваня да? приносит, да. И там у Эдик мне этих еженедельник. А что любишь читать? Ну, вообще, в принципе, исторические. Все, я все вот так вот полиглот, короче, да? все подряд, да. Молодец, молодец. Сразу видно, парень начитанный. А что сейчас читаешь? Сейчас фантастика. Фантастика? Опрокинутый мир. Покинутый? Да. Опрокинутый. Опрокинутый мир. Это точно. Хорошее название, да? Котов кормишь, все нормально? Ну, однозначно, конечно. А сколько котов у тебя? Два. Мама и дочка, Тишка и Ника. А где они сейчас? А вот у меня дома, там и спят. Там и спят, да? Я иногда захожу, Жестер, я говорю, Артур, ты дома, тебя уже нету. Ну, вот сколько, восемь, вот. Ну, к полдевятому ухожу. Да. Ну, сегодня короткий день у меня дал, чуть побыстрее, да. Ну, ты пайку кушаешь там, да? Ну, да, вот так иногда с собой она дает, печку затоплю, ну, на печке подогреть, там, ну, поджарить, да, что-то. Да, да. То есть с пайкой у тебя проблемы? Трение, вообще у меня. Да. Вот, и котам то же самое. Да, подойдет. Вот, может быть, в этом и есть моя проблема, что у меня вообще проблем нет. Молодец, да, и хата у тебя такая солидная. Главное, оптимизм. Да, он оптимист, да. Хата у тебя тоже такая козырная. Хата, да, козырная. Это мой учитель. Надо было, слышишь, у меня есть трубы, может быть, удлинить трубу тебе. Я думал об этом, а мне просто лень лезть туда. И у меня есть и стремянка, я бы тебе дал и стремянку. Да не, ну пока нормально. Ну как пока? Ну, в принципе, обратной тяги нет. Но морозы сильнее будут. Не, ну так морозы-то ладно, а главное, чтобы, ну, тяга наверх была и все. Трубы есть. Да, можно это так хотя бы накинуть. Если бы вот тяги не было. Какой тут диаметр, я так плохо вижу. Ну я так прикидываю. 120, 150. Ну, да, ну сотка однозначно. Ну да, это ясно. Да. Ну молодец, хорошо. Ну я смотрю, у тебя тут. А это мне уже сказали Ваня. Говорю, слушай, можно взять свой? Я говорю, это вопрос тебе нужен. Говорит, я обрежу эти макушки, короче, заберу, а. Да. Короче, он заберет их. А тебе есть чем топить? Да у меня-то вон, да. Серьезно? У меня на черный день еще вон стоит. А, вот и звучка еще. На консервацию стоит. Ну правильно, сушничок. В крайнем случае пристроечку разберешься. Только одну постель оставь. Шалашик. Ветки вон кругом-то, лес. Не пропадешь, не в пустыне же, да? Конечно. Ясно, молодец. Ну, вот так и выживаем. Ладно, давай, занимайся. Да, удачи. С прошедшим и с наступившим. Спасибо. А, да, да. Ну, вот еще за кучу. С прошлым, с Новым годом. Сегодня даже не в одном глазу. Еще. А будешь? Я не знаю, он же не православный. Кто? Работодатель. Фюрер. А, понял, да. Стандарт. Ну да, да, да. Но он тебе-то деньги дает какие-то? Ну да, конечно. Не за бесплатно же за. Ну, может быть, за пайку там работает? Да ладно. Нет, что-то не подкидывает. Столько, грубо. Да. Понял. Ну ладно. Ну давай. Удачи. Давай, удачи. Да вот здесь живет этот мужчина. Вот в старый такой заброшенный садовый. В старом заброшенном садовом домике. Вот видите, человек живет, ни кола, ни двора нет. И на таком оптимизме. Там у него даже дверь. Он ее просто ставит. Ну вот сейчас, наверное, нет дома. Я не вижу, чтобы там у него что-то дымок какой-то шел. Вот в таких условиях люди живут и не унывают. Он тут все повырубил. Котика у него два. Я уже специально пришла, потому что темно было, когда мы там туалет на улице даже есть. Вот, а это он, видите, потихонечку разбирает, топится. Вот тут уже основательно разобрал.
Здесь забор такой был, смотрю, уже ничего нет. Вот себе территорию почистил, повырубил деревья. В общем, его тут заложили. Да, хорошо, он тут повырубил. Заложили его. Вот, отвезли куда надо. Ну, потом отпустили. А что с него взять? С него нечего взять. По-моему, там наложили ему какой-то штраф. Какие-то работы. Вот. Ну и отпустили, да. Так что вот человек живет. Так, о, кто тут еще? Какие-то собаки. О, сейчас они меня зажрут. Так, это кто тут ругается? Это кто тут ругается? Это кто такой? Что за Колбаскин? Ты чей такой пришел сюда? А? Ты тоже тут гуляешь? И я тут гуляю, да. И я тут гуляю, да. Вот, не ругайся. Такая вот колбаска. Там еще одна. Ну что? Что ты ругаешься? Вот решила немножко по лесу пройтись. А эта собака нам все меня в покое не оставляет. Ну что, опять ты за мной? Опять ты за мной увязалась? Ну что? Что ты мне хочешь сказать, а? Там еще одна. Что, иди сюда.